Я не замечен, кто-то губит свою печень, не ласкает телком плечи, но я меняю свечи, несмотря на злой мороз. Зарплату не пропил, я купил один доз. На часах уже 12, я закончил ковыряться, и по ночному городу я поеду покататься. Пусть сидений нету, зато скинул 100 рублей. В кухне табуретку, это даже веселее. Газ плавная, в поворот хожу на скорости, моя дорога главная, ворот и фокус слева. За рулем сидит раскрашенная сучка, стерва не спешит, не уступает, чекочет мои нервы первый. Дерну с перекрестка я, наверное, на своей банке консервной повезло. Пронесло, вроде я проехал, остановлюсь справа, ведь и поезда помета, вы такого не видали, нет возврата, увидали. На приборах стрелки 20 лет назад на ноль все стали, водительская вода стекла, не видно лобового тоже. Ветер щебет, комары липнут по роже, что же вы насыпились, воротите свой нос. Отечественный автопром, мой верный капитос, покоряет магистрали, бездорожье и проспекты, и второй такой машины не отыщешь прямо век. Тишники пукаются и прыгают в кусты. Оп-оп-оп. Что здесь сделали, инспектор? Инспектор, что делали в кустах? Ничего не делали. Как ничего не делали? Что в кустах делали? Срали? Нет. Почему срали-то в кустах? Никто не срал. В смысле не срали? Пойдемте посмотрим, там в любом случае от вас осталось. Они разводятся мосты, я лечу парнишки. Молодой простой парнишка, пару тысяч на спиртишке, талисман, дверная крышка.